Соединения и части войск Нахчеванского гарнизона, приведенные в различные степени боевой готовности в соответствии со сценарием командно-штабных учений, были подняты по сигналу «Тревога». Минобороны Азербайджана сообщили в пятницу, что в соответствии с планом слаживания войск Нахчеванского гарнизона на 2022 учебный год проводятся командно-штабные учения. Согласно сообщению, особое внимание в ходе учений уделено оперативному принятию решений командным составом в соответствии с тактической обстановкой, докладыванию в вышестоящий штаб в условиях активной радиоэлектронной борьбы, доведению приказов до подчиненных, совершенствованию умений и навыков организации боя. Террористические группировки условного противника, выявленные в труднопроходимой горной местности, были уничтожены специальными штурмовыми группами при поддержке дронов и беспилотных летательных аппаратов, захвачены господствующие высоты. Противотанковыми подразделениями, занявшими рубежи прорыва на танкоопасных направлениях, стрельбой прямой и полупрямой наводкой была уничтожена бронетехника условного противника. В ходе учений были отработаны вопросы взаимодействия с авиацией. Подразделения ПВО выполнили действия против средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов условного противника. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.